четверг в Самарской области будет облачно и пасмурно. Практически везде пройдут небольшие дожди. Станет еще чуть прохладнее. Днем 14-16 с плюсом, ночью 10-12 выше 0. В Сызрани небо закроют тучи, осадки в виде дождя. Днем плюс 15 градусов, ночью плюс 12. Ветер северный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, утром дождь, плюс 15 градусов. Дневное время, ночью 13 выше 0. Северный ветер 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, возможен небольшой дождь. Дневная температура 15 градусов тепла, ночью плюс 12. Ветер северного направления 4 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 65%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.